Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Битва гильдии на английском сервере. И я хочу потрешивать, хочу попробовать выставить всех драконов, сделать их хоть каким-то образом более-менее неубиваемые. Мы. И пройти топ-5. Понятно, что здесь угольник и зефир будут однозначно для того, чтобы полностью не слиться, но зато посмотрим, насколько актуальны остальные драконы. У меня просто единственное, кого нету, это старенького нашего дракона. Я его слил, качнул Ронина для силы. Я думаю, это не беда. У нас есть Хольт, у нас есть Некрос. Сейчас мы будем их тестить. Так, ладно, не будем заморачиваться. Давайте попробуем сразу же ставить топовые чары. Это будет очень длительно и мучительно. Так, вот такая вот у нас будет Арктика. Не знаю, сольется она, наверное, сразу, так как у нее жизни там не особо много, но все-таки 30-й прорыв. Так, также сюда мы сейчас вцепим Некроса. В принципе, Некроса можно и с доспехом оставить. Он у меня, как видите, собран на атаку. Сюда мы поставим тоже выживание. Питомцам поставим Рудольфа. Так, есть следующий зефир. Ну, зефира, понятно, мы соберем на, как на битву гильдии, маскировка, выживание плюс цеп. Так, есть оба. Оба нам не нужен. Вместо фобы у нас будет вольт. Вот так вот. Вольт такой вот будет. Тоже я ставлю сюда выживание, так как он сразу же может слиться. Выживание хоть даст возможность хоть как-то продержаться. Так, плюс сюда мы поставим. Давайте панчбокса влепим для урона. Может хоть раз жахнет, если не сольется. Так, огник есть. Арктика, Некрос. Так, кого нам вместо землеройки такого интересного поставить? Нету, видите, дракона у меня. Так, подождите, Феникс. И будет Феникс у нас. Это тоже своего рода летающий дракон. Конечно, не тот дракон, но похож. Так, вот такой вот вариант. Немножко отхила. Короче, шанс слива, как обычно, максимальный. Я не знаю, какие там противники. Так, у нас смотр священный. Поехали. Поехали, ребятушки, трешевать. Потому что других вариантов тут нет. Никакого у нас отхила нет. Так, смотрим. 1 200 000. О, тут миллионники. 900. 955. 800. Все понятно. Значит, бьем одного отсюда. И 4 отсюда. Поехали. Поехали. Шанс слива, как обычно. Так, нам надо где-то так напасть, чтобы законтрить. Хотя хрен мы тут что законтрим, я вам так скажу. Так, ну, блин, держится пока что. Блин, нажал случайно, не на ту кнопку нажал, на остановку записи. Придется вам клеить. В общем, минус. Сразу видите, у нас остался только один зефир с актуальных на сегодня. Так, сейчас я вапку перетащу. Я надеюсь, он дотащит. И он не дотащил, ребят. Вот так вот. На сегодня драконы не особо актуальны. Вот так вот. Мы слились, причем, блин. Хотя бы, видите, минус 944 кулака. Ой, не кулака, а чей. Просто печаль.
Печально, печально. А был бы дракон, мы бы по-любому затащили. Так, окей. С первым мы разобрались. Не очень удачный у нас. Хотя надо было, в принципе, видите, немножко затупил. И обрезал запись. Так, ну что, пробуем тут тоже через Зефира. И пробуем спамить по максимуму. Так, ладно. Пробуем еще раз. Космо ударил. Выпускаем всех. Включился, вот, включился Феникс. Может, так хоть будет получше. И будем спамить. Хоть так что-то поможет нам. Тащите. Ну, смотрите. Вольт еще держался до последнего. Ну, осталось... Только два героя, хотя, блин, они ушатали тех остальных. Нифига себе. Это каким образом? Ну, тут Зефир на Зефир, в принципе. В принципе, это нормально. Так. Ну, такое. Этого, в принципе, стоило ожидать, что... они будут сливаться. Наверное, надо все-таки будет качнуть ради шестого дракона. Поставить все-таки дракона. Хотя, в принципе, и Феникс тоже неплох. Но это больше не дракон, а птица. Такс, ну тут я даже не знаю. Поехали. Транслива, как обычно. Но вот если они все будут активироваться, ну видите, нам землеройка мешает. Арктика замораживает, Феникс тоже замораживает, Вольт ослепляет, но есть юниты. Но в итоге, видите, слили Огника, причем Огник нормальный такой, нормальной прокачки, а Феникс еще до сих пор с СО жив. Как-то странно. Ну и все, остался, как обычно, один Зефир. Ну, я думаю, здесь нету Фрэнка и прочих. То есть, Зефиру тут с маскировкой реально пофиг. Он затащит по-любому. Ну, вот такая вот, ребята, актуальность на сегодня героев. То есть, видите, даже тот же самый Вольт, который донатный. Ну, его можно и без доната могут получить. Огник то же самое. Ну, все, кроме Зефира. Вот почему Зефир сегодня самый топовый герой. Он держится дольше всех. Опять же, при топовой сборке. Так, ну что, пробуем здесь. Давайте вытащим на Огника. Так, Феникс включился. Кто у нас первым сольется? Да ты что? Вольт, смотрите, а Вольт реально удивляет. Вольт до сих пор держится. Хорош. 93%. Ну давай, Вольт, живи. Все, Вольта слили, Феникса слили. Ну блин, все равно прикольно. Давно я так не трешивал. Блин, жалко, что мы на первом слились. Надо было изначально посмотреть на его расту. Так, что у нас тут есть? О, тут у нас Фрэнк. Тут опять же, ребят, шанс слива максимальный. Так, Феникс включился. Вольт держится еще. Блин, а Вольт красавчиком. Вольт ослепляет, кстати, и реально тащит. Ну все. Тут уже просто сейчас можно, если мы не будем спамить, нас просто тупо сольют. Ай! Вот то, о чем я и говорил, ребят. Если вы не будете спамить, даже Зефира вашего могут слить. Все из-за чего? Из-за того, что у нас есть герои, которые наносят урон даже под инвизом. Это тот же самый Фрэнк, это Зефир тоже может делать. И что мы в итоге имеем? Мы имеем, ребят, два слива. Ну, шанс слива, как обычно, но ничего не сделаешь. Мы шли на это. Все равно я набью 1013, наверное, как минимум. 14250.
сейчас посмотрим, что там топы другие. Ну, я даже с двумя сливами, по сути, набил 11. У меня даже с двумя сливами получилось больше полтора раза практически, чем у других. В общем, вот так вот. Такой вот трешечок. Как видите, они все драконы тащат. Точнее, они только нужны для определенных сейчас локаций. Для битвы гильдий это не то, что было раньше. Раньше, когда-то мы там бегали, блин, тем же самым Вольтом, все его боялись. Потом появился Огник, все его боялись. Потом появился Лазуля, вот такой вот он у меня. Его тоже боялись. Арктика в свое время я начал играть, я ее за 20 с чем-то паков купил. Первый, это первый дракон, который у меня был. Блин, и тоже реально... Сейчас смотришь на это вообще ни о чем, просто этот герой, который на сегодня, ну, просто не актуален. Скелетика, то же самое, донатный герой, ну, просто никакой актуальности не имеет. Даже тот же Зефир, все равно его можно слить. Даже в такой вот сборке, ну, у меня здесь, у меня здесь немножко не та чара стоит, все понятно, хотя все равно здесь жизни... плюс 35%. Даже с уклонениями он, и все равно он сливается. То есть, как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, все равно у вас герои будут сливаться. В принципе, это с одной стороны хорошо, но мы доказали то, что с драконов на сегодня неубиваемого пока нет никакого, но дольше всех... живет Зефир. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.